Обыкновенная мухоловка, многоножка отряда Скутигеры, класса губоногих. Многоножка не является насекомым. Обыкновенная мухоловка обладает пугающим внешним видом, из-за которого люди часто боятся ее. Иногда многоножка проникает в дома, что вызывает панику у большинства жильцов. Несмотря на это, членистоногое не относится к вредителям, так как оно не представляет серьезной опасности. Сейчас все чаще мухоловку заводят в качестве экзотического домашнего питомца. Взрослая обыкновенная мухоловка достигает в длину 35-60 мм. Цвет тела желтовато-серый или коричневый, с тремя красновато-фиолетовыми или синеватыми полосами вдоль тела. Ноги также полосатые. Как все членистоногие, обыкновенная мухоловка имеет наружный скелет, состоящий из хитина и склеротина. Тело сплюснутое, разделено на 15 сегментов, каждый из которых несет пару ног. Последняя пара ног мухоловки самая длинная. У самок может вдвое превышать длину тела и похожа на усики. Поэтому не всегда можно сразу определить, где у многоножки голова, а где задний конец тела. Первая пара ног мухоловки преобразовалась в многочелюсти для захватывания добычи и защиты. На каждой стороне головы расположены сложные, хорошо развитые фасеточные глаза. Усики мухоловки очень длинные, хлыстообразные, состоящие из 500-600 сегментов. Обыкновенная мухоловка, хищник, охотится на мух, тараканов, термитов, пауков, чешуниц, блох, моль и других мелких членистоногих. Мухоловки убивают свою добычу путем впрыскивания яда, а затем съедают. Обыкновенная мухоловка активна и днем, и ночью. По сравнению с другими многоножками, перемещаются очень быстро, развивая скорость до 40 см в секунду. Во время движения мухоловка приподнимает туловище на длинных ногах. У нее отличное зрение, что при ее скорости делает ее великолепным охотником. Она часто сидит на стенах домов и сараев, где преследует мух, сверчков и других насекомых. Обыкновенные мухоловки в природе живут под деревьями, в опавшей листве. Они проводят зиму в укромных местах и становятся активными с наступлением весны. Осеннее похолодание заставляет их искать убежище в человеческом жилище, где предпочитают селиться во влажных местах, в ваннах, туалетах, подвалах, погребах. Иногда мухоловку можно увидеть и в сухих помещениях, ползающей по стене, как правило, в темное время суток. Таким образом, обыкновенная мухоловка стала синантропным видом. Спаривание у мухоловок происходит путем откладывания самцом сперматофора, похожего на лимон, в присутствии самки, после чего самец толкает на сперматофор самку. Самка подхватывает сперматофор своими половыми придатками. Через некоторое время самка откладывает около 60 яиц. Кстати, за всю жизнь самка может отложить около 150 яиц. Самки откладывают яйца в почву и покрывают их липким веществом. Только что вылупившаяся мухоловка имеет 4 пары ног, количество которых с каждой линькой увеличивается до 5, 7, 9 и 13 пар. Спустя еще 5 линек количество ног увеличивается до 15 пар. Живут обыкновенные мухоловки от 3 до 7 лет.
Некоторые, живущие в тропиках мухоловки, обладают более короткими ногами и не селятся в помещениях. Обыкновенная мухоловка, живущая в квартире или доме, не приносит никакого вреда пище или мебели. Мухоловки не агрессивны, но могут укусить в порядке самозащиты. Чаще всего их многочелюсти недостаточно сильны, чтобы проколоть кожу человека. Если многоножке удается это сделать, то по ощущениям укус похож на ужаливание пчелы. Яд вызывает покраснение. Также может возникнуть от небольшой припухлости до сильного опухания. Тем не менее, он слишком слаб для того, чтобы представить серьезную опасность для домашних собак, кошек и других крупных животных, тем более для человека. Мухоловки очень полезны, способностью уничтожать насекомых. При этом многие уничтожают мухоловок, считая отталкивающим их внешний вид. Хотя в некоторых южных странах их, наоборот, оберегают. Хотя домашние мухоловки, скутигеры, имеют страшный вид и быстро перемещаются, они оказывают нам большую услугу. Сороконожки защищают наши дома от вредных насекомых, переносящих различные бактерии и портящих наши продукты, питание и одежду. К примеру, моль с виду не так страшна, как мухоловка, но она способна безвозвратно уничтожить вашу дорогую одежду или тканевую обивку мебели. В то время как многоножка не повреждает мебель, книги, одежду и продукты, а наоборот, уничтожает всех известных вредителей.